Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с одной небольшой программой, которая помогла мне организовать запись телефонных разговоров на моем устройстве, а устройство мое Redmi Note 10 Pro, Android 13 версии, то есть штатными средствами записать звонок здесь нельзя. Итак, идем в Play Market. Программа называется Куб ACR. Находим ее и устанавливаем. Программа условно бесплатная, но бесплатных функций достаточно для записи звонков и звонков обыкновенных и из других мессенджеров. Итак, сейчас посмотрим некоторые нюансы ее установки и настройки. Так, мы ее скачали. Сейчас она устанавливается. Проверяется. То есть другие программы на конкретно моем телефоне работать не хотели. Вот, установилась программа, версия текущая 2.4.258. Открываем. Итак, сразу, значит, предоставляем разрешение, доступ к памяти, микрофону, к телефону, контакты и Bluetooth. Нажимаем «Предоставить». Ну, я обычно выбираю «При использовании приложения». Также, естественно, доступ к контактам. Ну и все остальное. Уведомления и тому подобное. Совершать звонки и так далее. Дальше нам необходимо отключить оптимизацию расхода батареи для приложения. Нажимаем ОК, переходим в настройки и ставим нет ограничений. Далее, если у вас, насколько я помню, Android 9 и выше, то необходимо установить еще одну программу Куб ACR Helper. Это помощник своеобразный. Нажимаем «Установить помощник». Тут уже переходим на сайт разработчика программы. Выбираем «Download Helper APK». Сохраняем в загрузках текущая версия 1.0.17. И открываем его. Сразу же устанавливаем. Прошла проверка, открываем. Нажимаем «Далее». Опять же, предоставляем доступ к микрофону, телефону, журналу вызовов, Bluetooth. «Продолжить». Опять же, я выбираю «При использовании приложения». К списку вызовов также разрешаю доступ. Ну и поиск устройств разрешаю. Уведомления также разрешаю. И разрешаю управлять звонками. А вот теперь, если у вас, насколько я помню, Android 13 и выше, здесь же в этой программе нужно включить App Connector, чтобы можно было записывать телефонные звонки и вызовы WAIP. Переходим в доступность, скачанное приложение, и вот здесь через интерфейс программы мы включить не можем. Это все ограничено. Кстати, да, при установке приложения, возможно, вам потребуется включить установку разрешения установки из неизвестных источников. Что мы делаем? Мы выходим из приложения, заходим в настройки, ищем заходим в приложение, ищем наше приложение в списке всех приложений.
Вот оно. И здесь также пробежимся по настройкам. Так, далее у нас что? Разрешение приложения смотрим. Здесь я отключу приостанавливать работу в неактивный период. Другие разрешения я тоже здесь давал. Экран блокировки разрешить и открывать новые окна также разрешить. Ярлык рабочего стола не трогал. Уведомления разрешены. Уведомления от приложений. Контроль, опять же, экономия энергии, нет ограничений. И вот здесь разрешить запрещенные настройки. Возможно, вам нужно будет подождать несколько секунд для того, чтобы можно было включить этот режим. Я еще раз перепроверю, чтобы он у меня остался. Вот. Здесь уже этот пункт меню пропал. Выходим, запускаем еще раз куб ACR Helper. Теперь опять перейти в доступность, скачанное приложение, и вот здесь уже App Connector мы можем теперь включить. Вот теперь нам нужно подождать несколько секунд. Поставить чекбокс, нажать ОК. Также в список автозагрузки добавляем как куб ACR, также куб ACR Helper. Вот они у нас теперь в автозагрузке. Все, мы в автозагрузку добавили. Скачанное приложение, заходим еще раз, потому что почему-то с первого раза App Connector отключается. И опять же выбираем его включение. То есть не один раз, у меня почему-то это происходит два раза. После первого не сохраняется. Ну, то есть результатом полной настройки вам покажет, что настройка куб ACR Helper завершена. И нажимаем открыть. Это уже открывается основное приложение куб ACR. Тут можем пробежаться по настройкам. Значит, для простых записей звонков бесплатной версии хватает. Премиум нам открывает некоторые дополнительные функции. То есть, если они вам нужны, возможно, имеет смысл купить программу. То есть это касается конечный формат файлов. То есть в премиум версии можно писать в более хорошем качестве. Но тем не менее, даже если у вас не заработала бесплатная версия программы, то и платная у вас тоже не заработает. Так что не думайте, что если она на телефоне не заработала, значит, потому что бесплатная. Покупать смысла нет. Если все нормально, заработает и бесплатная. Вот. Настройка записи. Ну, также резерв хранилища. Здесь все в премиум. Можно копирование и восстановление делать на Google Диск и другие сервисы. Автоматическое резервное копирование и так далее. То есть, ну вот все те пункты, которые за деньги, грубо говоря, они помечены ярлычком премиум.
Ну, а это уже вам решать. Если вам программа понравилась, то и эти функции вам нужны, то можно купить. Ну, а для минимального использования записи звонков, значит, хватает полностью бесплатной версии. Вот здесь, кстати, после звонка входящего и исходящего будет список записей, то есть которые можно прослушать. Проверять я не буду, звонить на другие номера. Это я уже делал, проверял, и могу с уверенностью заявить, что на этом смартфоне программа у меня идеально работает. Спасибо за внимание.